Доброе утро, друзья! 12 декабря 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют День Конституции Российской Федерации, Международный день нейтралитета, Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения, День национальной литературы Кыргызстана, День сотрудников таможенных органов Республики Казахстан, День флага Швейцарии, День сухопутных войск Украины. Парамон – зимоуказатель в народном календаре. На Руси зимоуказателем Парамона прозвали за то, что по его дню можно было предсказать погоду на весь декабрь. Знаменательное событие. 1817 год. Открылся Московский манеж. В 1901 в Великобритании основана Ассоциация настольного тенниса. В 1979 году Политбюро ЦК КПСС официально приняло решение о вводе советских войск в Афганистан. 1993. В ходе всенародного голосования принята Конституция Российской Федерации. Родились в этот день. 1766 год. Николай Карамзин. Русский историк, историограф, писатель и поэт. В 1915-м родился Фрэнк Синатра, американский киноактер, кинорежиссер, продюсер, шоумен, певец, крунер. В 1925 году Владимир Шаинский, советский и российский композитор, народный артист РСФСР. 1928 родился Леонид Быков, советский режиссер, сценарист и актер. 1941 год. Виталий Соломин, советский и российский актер театра и кино, народный артист России. В 1946 родилась Клара Новикова, советская и российская артистка эстрады, народная артистка России. В 1977 году Сергей Светлаков, российский актер кино и телевидения, телеведущий, продюсер и сценарист. Этот день по лунному календарю. Сегодня до 16 часов 15 минут по московскому времени 16-е лунные сутки. Сегодня тот самый благословенный день, когда можно полежать в кровати подольше, погулять и почитать в свое удовольствие. Вам повезло, если работу можно отложить. Воспользуйтесь случаем и проведите этот период в спокойном ритме, неспешных размышлениях о себе. Этот день призван помочь вам восстановить силы. Кроме того, сегодня повышены интеллектуальные способности, поэтому нередко в этот день ощущается переизбыток энергии. Ее желательно направить в творческое русло, иначе она может внезапно выплеснуться в агрессивных, необдуманных поступках. Этого, безусловно, не следует допускать. Нарушение гармонии этих лунных суток к добру не приведет. После 16 часов 15 минут 17-й лунный день. Время общения, радости, дружеских встреч, ярких знакомств и запоминающихся свиданий. Особенно благоприятна первая половина дня, когда энергия на подъеме и любое творческое дело идет на лад. Однако следует тщательно контролировать буйство сил. Не все могут выдержать значительную перемену ритма. Вот такой он 12 декабря 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Благодарность можно выразить по ссылке в описании. Удачного дня!